Кино, так. Еще меня удивил один момент в одной из бесед, не помню, где это было, печатная беседа, не телевизионное интервью, что у вас был режиссерский опыт, и вы не готовы его повторять, вы не готовы быть режиссером. Да. Да? Наоборот, мне кажется, что с обретением как бы каких-то навыков представления профессии все актеры хотят себя попробовать в режиссере. Что вас сдерживает? Нет. Вы недовольны своим опытом режиссерским? Нет, я не недоволен своим опытом, наоборот, я им доволен. Расскажите поподробнее. Огромное ему спасибо. Ага. Нет, я все-таки, вот это большая ответственность, и мне кажется, режиссура — это совершенно определенная и отдельная профессия. Недаром ей отдельно учат, и так вот самородков, вышедших из актеров в режиссеры и став при этом яркими представителями этой профессии, их можно, так сказать, по пальцам пересчитать. А на моем веку это вот я могу только назвать Владимира Машкова, так сказать, человек, замечательный актер и замечательный режиссер. Вот. Но это все-таки все равно это дар Божий, совершенно другой, не имеющий никакого отношения к актерской профессии. И это совершенно другая профессия, которой по-другому и другому учат. И мне это так вот в первый раз воочию, когда я это понял, мне это не доказывал, а просто своей жизнью, своей работой доказал Минду Гаскарбавский, главный режиссер театра Маяковского ныне. Когда мы работали над спектаклем «Лицедей», он моложе меня, по-моему, лет на 10, если не больше, а я, репетируя, смотрел на него как на какого-то великого старца-мудреца, потому что это, так сказать, оттуда исходили совершенно, так сказать, взрослые, трезвые такие задания, понятия, осмысления, так сказать. То есть у вас есть этот профессиональный пиетет перед режиссерской? Есть, вот это да. Это я не буду скрывать, он всегда есть и будет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».